Известный американский аналитик, старший научный сотрудник и директор Центра Хадсоновского института по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке Майкл Доран поддержал главу дипмиссии Израиля в Азербайджане. Ссылаясь на фотографии, размещенные на странице Баку ТВ в социальной сети, Доран написал в Твиттер: «Посмотри, что ты сделал, Джордж Дик. Все читают книгу о Тебризе». Этим самым Майкл Доран еще раз выразил поддержку послу Израиля в Азербайджане Джорджу Дику, на публикацию которого ранее иранская страна ответила резкой критикой. Доран также упомянул об интервью Баку ТВ с автором книги «Восточные сказки Тебриза» Джамилей Гасанзаде. Напомним, что Джордж Дик поделился публикацией, в которой написал: «Я так много узнаю об истории и культуре Азербайджана в Тебризе из этой замечательной книги, которую мне недавно подарили. Что вы, ребята, читаете в эти дни?» На фотографии посол читал книгу «Волшебные сказки Тебриза». На твит резко отреагировал посол Ирана в Азербайджане Сейд Аббас Мусави. Отметим, что Майкл Доран был сотрудником Совета национальной безопасности США, а также старшим советником Государственного департамента США и заместителем помощника министра обороны Соединенных Штатов. Доран занимал пост заместителя помощника госсекретаря по общественной дипломатии в Совете национальной безопасности США, а также в Министерстве обороны США при Джордже Буше-младшем. Аналитик известен своей поддержкой позиции Израиля, а также сотрудничеством между США, Турцией и Азербайджаном. Майкл Доран также поддержал позицию Азербайджана в Карабахском конфликте.